Университет Мюнхена. Как вы знаете, профессор Шуль, доцент этой кафедры, вчера умер. Я буду его замещать и сегодня воспользуюсь его конспектами. Вот план знаменитой могилы Золотой Ослицы неподалеку от Флоренции. Сейчас мы зашторим окна и посмотрим слайды. В местечке Сесто Фиорентино не так давно были сделаны важные археологические находки, в частности древние росписи, а также множество погребальных артефактов. Грандиозный характер сооружения наводит на мысль, что это могло быть захоронение правителей и жрецов, лукумонов, то есть царей и этрусков. Поэтому в еще не исследованных камерах, которые мы видели на плане захоронения, могут скрываться в туне, а вскоре, возможно, будут открыты новыми археологическими раскопками сокровища, подобные богатствам микенского царя Атрея. Имя захоронения Мула подтверждает эту гипотезу. Кроме легенды о Золотой Ослице, которая якобы была похоронена здесь, Мула на языке этруссков также значит подарок, который жители предлагают своим царям в их вечной загробной жизни. Этрусское захоронение было настоящим домом, подлинной матерью вечности. Внутри него живет мистерия. Обитает надежда человека. Это должно быть ошибка. Здесь что-то другое. Это дом из Помпеи, извините.
Я тебя уверяю, это был он, Норберт. Полуголый, посреди улицы. Ну, кто знает, может быть, он...